До конца недели в Севастополе планируют завершить обходы домовладений по оценке ущерба от подтоплений. О работе, проделанной муниципалитетами совместно с экспертами, представителями профильных департаментов, на аппаратном совещании в правительстве города рассказал глава департамента внутренней политики Сергей Бездольный. Результатом этой работы стало составление 24 актов по трем муниципалитетам. Это 14 актов по Рыбинскому муниципалитету, 6 по Балаковскому, 4 по Инкерману. Акты составляются, работа достаточно кропотливая, акты составляются вместе с внесением туда приложением уже дефектных ведомостей, указание линейных размеров объекта, необходимых видов работ, перечня имущества, которое пострадало, и будет содержать уже предварительный сметный расчет для того, чтобы они были переданы в комиссию. По словам чиновника, до конца недели завершатся обходы пострадавших домовладений в Инкерманском муниципальном округе. Все акты передадут в городскую комиссию, после чего начнется процедура выплаты денежных компенсаций.